just a damn old bitch. And I don't believe any word you say. Бирдоносово! Дерево. Да. Мы добирались сюда очень долго. С нами пленный немец. И все мы интересуемся лишь одним вопросом. Чему научила вас Аня за 4 года знакомства? Ответственности, потрясающей работоспособности, в принципе, природной красоте и прекрасности. Да, то есть вот пришел на работу некрасивый, безответственный человек, а Анечка взяла и изменила человеку судьбу. Красавец, мужчина, ответственно дает интервью. И какой подарок вы подарили Ане, как сотруднице? Коллеги по работе. Похоже, прокол. Да. Может быть, за 4 года. Новый год, 8 марта. В крайнем случае... бесконечное уважение. Бесконечное уважение. А жадность Аня не смогла исправить в человеке. Мой коллега из Германии спрашивает. Скажите, любимый, скажи мне. Просто мы давно снимаемся. Михалыч. Хорошо, какого цвета волосы у Ани? Не знаю, зеленый, может быть. Вы когда-нибудь красили друг другу волосы? Нет. В 5 словах опиши Стаса. Бородатый, волосатый, сидит рядом. Вы брали у него денег в долг? Давайте не будем про это. Брал! Что бы вы пожелали Стасу? Ну вот. Отдавали ему деньги из долга. Ну вот. Желаю ему творческих успехов. Открыть свой театр. Ну, если творческие успехи. Ну вот. Меня отжали гопники доску. Может быть, Стас может прийти на помощь. Давайте я найду Суперстаса супербыстрым способом. А вы найдите Супер Диму. И... супер оператора. Мы сейчас будем говорить про Петра Колпащикова. Беседа продолжается уже 3 часа. Никак не иссякает поток вопросов и знания нашего собеседника по поводу Петра. Как вас зовут? Дмитрий. Дмитрий. 3 часа говорим, только сейчас спросил. Долго ли вы знакомы с Петром? Еще раз расскажите. Ну, 4 часа. Как вы увидели его первый раз в жизни? Он пришел к вам домой, вы пришли к нему домой. К нему буквально неожиданно с чаем. Первые 3 часа он говорил больше правды. Да, прекрасно. Я более того руководитель Петра. То, что держит Петра в компании DevExperts. Ну, я думаю, что ему очень комфортно сидеть на стуле. И случайно мы снимаемся в непосредственной близости к гипермаркету IKEA. Потому что именно там на протяжении 4 лет покупаются стулья для Петра. Стулья для Петра стоимостью от 450 рублей. Какие профессиональные качества останавливают руководителей от каких-то решительных действий? Я думаю, исключительно вежливость. Никто не знает, как он выглядит на самом деле. Все, хорошо. И давайте такой маленький спор ради Петра. Снимите перчатку с левой либо с правой руки. Да, и... Да, можно совсем. Да, сколько? Вот покажите ее в камеру, руку, вашу голую руку. На улице минус 15 градусов. Сколько минут и часов мы продержим голую руку на морозе ради Петра? Мы стоим на морозе уже 3,5 часа. Голая рука. Исчезают любые предметы. Все мерзнет и отваливается. Но рука, самое главное, на месте. И... Just a damn old bitch, and I don't believe any word you say. Опиши Наталью Мануйлову. 5 слов есть. Ей нравится иллюстратор. Это уже 4. Ей нравится 3. Еще 2 осталось. Все. Как ты с ней познакомилась? Грубо, молнией. Мы просто познакомились. А потому что у меня плохая зрительная память. Она сидит от меня справа. С ней нельзя спорить. Главное убедить ее не убивать тебя. Она сидит от меня справа. Скажите, в какой ситуации вы бы обняли Николая? Он большой, красивый, удобный. После пол-литра.
То есть сейчас в зале вы увидите двух обнимающихся мужчин. Если будет достаточно водки, то, возможно, не только двух. Самое главное, что женщин не будет. Потому что женщины пьют вино, и у них своя история. Они друг с другом обнимаются? Это вы работаете в этой компании, вам видней. Плотно работаете, общаетесь или просто видитесь? Каждый день видимся, сидим в одной комнате. Ой, хорошо. А комната много человек? Мне еще помимо. Два человека. Вы способствовали как-то тому, чтобы вы остались в этом кабинете с ней вдвоем? Да, мы его изжили своего начальника. Ну, Катя каждый день побеждает. Фактическая победа предыдущего рабочего дня? Буквально вчера. Вчера, ну, пришла на работу. Да, ну, пришла, уже победила. Сейчас весь зал сидит в банкетном зале и смотрит это видео. Вашей жены там нет? Нет, нет. Тогда вы можете сказать в камеру: Катя, я тебя. Катя, я тебя люблю. Заметьте, я не просил этого говорить. Ну, кстати, привет жене, она все-таки в зале. Расскажите, как давно вы знаете Виктора Сорокина? Виктора Сорокина я знаю очень давно. Помните первую ситуацию вашего с ним знакомства, когда вы увиделись первый раз? Я его припоминаю разве что на ежедневных митингах. Мы каждый день собираемся, Витя с неохотой приходит на них, смеется, что-то рассказывает. Вы вдвоем? Наверное, уже не припомню. Пять главных качеств Вити. Он большой, толстый, высокий, длинный, твердый. По-моему, святой человек. Каким бы видом спорта вы посоветовали ему заняться? Ему шахматами. Шахматами, потому что они легкие и деревянные? Ну, во-первых, шахматная доска – это хорошее средство самообороны на всякий случай. А во-вторых, они, конечно же, развивают чувство юмора. Анна, скажите, вы знакомы с Виктором Сорокиным? Да, безусловно. А он с вами? Он такой беленький и высокий, и в тапочках так шаркает. Да. Голенький бегает. Как давно он работает в компании? Ну, давнее, чем я. Я все-таки молодая еще. А Роме 103 года, мы напоминаем. Какой Рома? Виктор Сорокин. Падай с горы! Скажите, любимый фильм господина Горбунова? Ну, «Бэтмен», очевидно. Вот! Вот, вот. Бэтмен в немецкой версии, где я и шлабин дубизабин. Там потому что кровь. Дмитрий, то есть вот крови на экране. Дмитрий все равно все время улыбается, нужно показать ему кровь. Да. Обратную сторону жизни? Да, а мы юристы все такие. Пожелайте что-нибудь Дмитрию на Новый год. Пользуюсь приветом, передаю привет маме, Марине. Ширикрок, братуха, давай делай ширикрок. Да, Спок. Спок. Споки. Расскажите, как давно вы с ним знакомы? Хорошо. Кем он работает? Скажите его профессию. Перформанс-тестером. Перформанс-тестер. Это что-то среднее между модельером и тостером. А на кого он больше похож, скажите, на Петра Первого, на Казанову или на Иосифа Сталина? Если из этих трех выбирать, то Сталин. Товарищ Сталин. Я по внешним качествам. По внешним качествам. То есть он в кителе. В кителе усат и староват. Да, и что-то его давно не видно. Знаете, какую музыку любит господин Поляков? Я конкретно не скажу, но мы были вместе на одном концерте. Это был концерт группы. Я конкретно не скажу. Получили ли вы какой-нибудь жизненный опыт от работы с господином Поляковым? Нет. Профессиональный опыт? А профессиональный опыт? Нет. Для вас это бесполезный человек? Я конкретно не скажу. Давайте попробуем сочинить про него стихотворение. Стихотворение про Андрея Полякова. Слышишь, Поляков, Андрей, ну-ка, быстро! Подобрей. Товарищ Сталин. Рома, давайте развернемся вот так, потому что у вас борода закрывает вам лицо, а мне дует. Говорим про Дашу Усачеву с Ромой Бородачом.
Откуда вы знаете Дашу? Ну как откуда, моя? Если бы не она, то чего бы у вас не было? Замечательной девушки. Она красивая, по вашему мнению? Замечательная. Аня Эрназарова, это про тебя. В двух словах. Коротко. Она абсолютно все знает. Анатолий не котует. Она абсолютно все знает. Анатолий не котует. Первый вопрос, который ты ей задал. Она легко так улыбнулась и сказала, да, тут... Сказала, сначала в розетку, потом на паузу. Да. Тебе предложили поехать с ней в отпуск в какую-нибудь теплую либо холодную страну. Даже не знаю. Но есть выбор, это Северный полюс, чтобы позаниматься экстремальным спортом, либо это нудистский пляж на Гоа. Тяжелый выбор, да. Я бы поехал на Гоа все-таки, да. Мы находимся в диалоге с Михаилом, который прекрасно знает все спортивные и физические навыки Артема Трауба. Да, да. Компания The Experts дарит нам уникальную возможность заниматься в команде по волейболу. Для нас это практически бесплатно. И, практически бесплатно, это значит, платит только Михаил. Я недавно присоединился к команде, но... Платит только Михаил. Да. Наш оператор – очаровательная девушка. Прорекламируйте ей, пожалуйста, Артема. Если ваше сердце не занято и вы ищете молодого, перспективного, спортивного... Михалыч. Он теплый и шерстяной и супер! Йо-йо-йо, what's up, ТВ, Александр... Александр? Золотаренко. Александр Золотаренко специально для тебя сейчас зачитает рыбчагу Марина. Саша, ты очень клевый чувак. Саша, отличный работник. Саша, мастак. Саша, круто работает. Саша, круто отдыхает. Отличный товарищ. И ребята его уважают. Йоу, чё у Саши не получается? Работать в саппорте. Саппорт – это самый крутой отдел, самый веселый отдел. Работать в саппорте. Самый крутой отдел, самый веселый отдел. У ребят расслабленная атмосфера? У ребят все круто, все весело, они на позитиве. Очень-очень хорошие ребята. Пользуются допингом? Надеюсь, что... Три ненужных подарка, которые ты ему подаришь на Новый год. Ну вот у нас там люди делают на мастер-классах мыло, елочный шарик и пряничек. Спасибо. Илья, знаешь такого человека, как Женю? Нет. Аффектистого, да, знаю. С какой стороны ты его знаешь? С разных. С хороших и с плохих. Начнем с плохих. Очень отзывчивый, добрый человек. А с хороших? Очень взбалмошный и необразованный, некультурный молодой человек. Где он работает вообще? Он на стройке работает. А какие бы качества ему добавил? Я бы подкачался немножко. До размеров кого? До моих размеров. Я бы ему подарил волшебную шкатулку, в которой бы он находил все, что ему надо. В первую очередь гантели и стероиды. Ты ему кто, начальник, руководитель? Я бичевка. Я бичевка. Мы говорим про Рому Шевченко. Вы знакомы с Ромой Шевченко? Да, конечно, я с ним знаком. Первое впечатление, которое он на вас произвел? Он белый, невысокий, вот, странный человек. Он пришел голый? Да нет. Странный человек пришел в одежде на работу. Он, к сожалению, сегодня на смене, вот прямо в этот момент. Странный человек. Работает во втором уровне поддержки команды GFT. А, ну вы-то в первом, поэтому вы отдыхаете. Он, к сожалению, не сможет попасть сюда, вот, к вечеру. У него... Потому что вы на его машине. Странный человек. Just a damn old bitch, and I don't believe any word you say.